Привет, ребята, с вами Ультерест Азурлейн, и сегодняшней темой видео является патч от 22 октября для англоязычных серверов. Будет добавлено два мини-ивента с 22 октября по 6 ноября, оба пройдут. Первый, от вас требуется заходить 7 дней, собирать магические конфеты и получать бесплатный скин на Редфорд. А второй ивент является рераном, от вас требуется за какие-то мини-ивентовые активности получить скин на Мемфис. Халява, товарищи. Новые скины будут доступны с 22 октября по 28 на Лонг Айленд, Вичиту, Бенсон. Отдельно хочу выделить скин на Вичиту, потому что в нем она выглядит очень женственно и в кои-то веки перестала косплеить альфача. И будут доступны скины на Эдинбург, Ребус, Аберкромби, Миказуки, Смайли и Гнезенау. Обращаю внимание, что Гнезенау в 2D, Live 2D. И навсегда будут доступны скины на Исузу, Террор и Нельсон. Construction Pool будет обновлен, и в него введут вот этих девчонок с рана ивента на Тирпиц, и теперь они, как я и обещал, рассосутся по своим гачам. Надеюсь, вы успели выбить то, что хотели. Будет добавлена новая фурнитура в Дорм до 29 октября в тематике Хэллоуина, как и скины, которые я уже называл. И в это же время пройдет реран сетов для дорма Хэллоуин Спирит прошлогодний. И навсегда будет добавлен сет для дорма Гости Вич Хаус, потому что он уже два раза появлялся в игре. Из-за того, что данное обновление придется перекачивать из Google Play или Apple Store, за это вам дадут 200 гемов, но я надеюсь, что вы все-таки привязали аккаунты. Я об этом предупреждал, потому что мало ли что может пойти наперекосяк. Лично я ожидал от данного патча наконец-то какой-то более весомой активности, которая могла бы что-то противопоставить Геншину, потому что, как мне кажется, хайп на Геншине уже несколько спадает, но, видимо, нет. Но посмотрим, что следующей неделе нам даст, потому что там анонсировали какой-то сочный ивент. То ли это будет реран на Полярис, но это не точно, то ли это будет какая-то новая группа. Посмотрим. В принципе, это все. Ставьте лайк, вступайте в Дискорд, подписывайтесь на канал. Всего хорошего, до новых встреч.